Важный для жителей Коми закон приняли депутаты Госсовета. Проект команда правительства разработала по поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Речь о снятии ограничений при вырубке леса для заготовки дров жителями в труднодоступных населенных пунктах. Также законодатели поддержали предложение установить исключительные случаи заготовки древесины для муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Это важное новшество. Оно позволит предприятиям участвовать в аукционах купли-продажи лесных насаждений по линии муниципальных программ организации теплоснабжения и снабжения населения топливом. Кроме того, в новом законе уточнен период, в течение которого может быть заготовлена древесина для ремонта или реконструкции жилого дома или помещения в деревянном многоквартирном доме, а также для строительства и ремонта хозпостроек. Не забыли и про особую категорию – это участники спецоперации. Теперь они смогут получить 180 кубов древесины на строительство своего дома. Это на 30 кубов больше, чем прежде. Этим видом поддержки можно воспользоваться в течение 20 лет. Все принятые изменения начнут действовать уже в этом году.